Сегодняшний реплей будет довольно быстрый и жесткий. То есть, если иногда для того, чтобы набить хорошее количество урона, требуется, чтобы был долгий бой, чтобы ни союзники, ни противники слишком быстро не сливались. Но иногда вот просто такой бой, когда ты едешь, давишь и всех убиваешь. Причем и союзники вроде бы есть живые, которые могут делать урон, но они просто ничего не успевают делать. А вот, как и в нашем сегодняшнем реплее, Алекс 1991 все успеет сделать. Давайте смотреть, как это будет происходить. У нас шестерки и пятерки. В принципе, хорошо кинуло Т-72Б, особенно в топе. Это достаточно крепкий ОБТ. Наверное, это вот как раз шестые уровни. Это, наверное, лучшие вот просто уровни для наших советов. Не могу сказать, что уже выше по уровням, когда поднимаешься, советы настолько же хороши. Но вот мне кажется, именно вот шестерочки, прям там Т-72А, по-моему, Т-72Б очень жесткие. Приезжает на стандартную позицию, видит поджим, в принципе, тоже довольно-таки стандартный поджим от противников. И причем их здесь двое. Это 80-ка и чиф. А, кумулятивные снаряды здесь очень жесткие, но ими не всегда легко пробивать. Опять же, те же советы пробивать не очень-то приятно. Хотя 80-ка плюс-минус в этом плане лакомый кусочек. А, подъехал с другой стороны чиф. В принципе, здесь есть союзники. Ну, то есть, вроде бы... Все нормально складывается, хотя вот у 64-ки уже дела как-то не очень, она уже внезапно выхватила почти на все хп. Но это не помеха для того, чтобы выезжать вот так в наглую, танкуя 80-ку и раздавая уже на этот раз бронебойные снаряды. В принципе, Алекс понял, что кумулями не очень-то эффективно. Очень быстро забирают 80-ку и, не теряя абсолютно времени, просто сразу же в корму к чифу, несмотря на то, что противник сзади на магахе поджался, и сейчас он может выхватить в спину, но неважно, союзники, видимо, берут на себя огонь, чиф его игнорит, стреляя по картону, естественно, также и магах. В принципе, повелся на БМДху, которая заезжала, и захотел пострелять именно в БМД, не понимая, что вот тут конкретно в этой ситуации самый главный был противник именно Т-72Б, и именно его нужно было убивать, а не мягкую БМДшку. Ну и, в общем-то, не теряя времени, опять же, подъезжает сразу же, подставляется, правда, одним выстрелом под Стингрея, но не проблема. Магах пытается там как-то из-за рельефа, стоя, выцеливать его, не получается этого делать. Опять же, Алекс, постоянно двигаясь, не дает ему расслабиться. Заезжаем, магаха быстренько забирают, и тут сразу же нужно быстро, как я всегда говорил, картон на ОБТ нужно вот так нагло давить, не нужно стоять напротив него и выхватывать, нужно его клинчевать, давить, чтобы ему максимально было сложно тебя дамажить, и, в общем-то, как раз-таки ты быстрее всего убиваешь картон, когда вот так на него летишь. БМДшка залетает, но тут сразу же засада из гранатометчиков, плюс издалека летит, получает в спину, спереди стреляют, и вот это уже могло закончиться фатально для него, но все-таки успевает забрать двух гранатометчиков, его в это время БМПХ отпускает, к счастью. Вот здесь, если бы БМПХ так быстро не убежала, и здесь еще оказывается есть Шерик, он вполне себе мог поиграть, но тем не менее просто в наглую проезжает мимо гранатометчиков, давит картон. Здесь Шакал не успевает уехать, ловит кумулятивный снаряд, союзники его добивают. Здесь 80-ка, залетает на 80-ку, дает в борт кумулятивный снаряд на 776. Сам танкует, тут еще оказывается Шеридан одновременно танкует просто всех, дает в лицо Шеридану. Сзади все еще 80-ка, но она не стреляет, судя по всему, за камнями не видно. Дает выстрел, остается 9 хп и остается дать последний кумулятивный выстрел ему. Добивает и 80-ку. За буквально там 4 минуты 10 тысяч урона на 6 уровне. Это было очень бодро и нагло.